Всем привет, привет подписчикам канала, привет тем, кто случайно зашел на огонек. Привет также тем, кто еще думает, подписаться, не подписаться. 34-я Минкота, эндура. Не знаю, видно, не видно. Вот поперек Иртыша, поперек, переплываю, вот она скорость. 5,69, 6,19, ну это спутник ловит, тут погрешность. 5,72, 5,76, 5,9. 5,8, 5,7, 5,6 поперек Иртыша. 34-я Минкота. А вот сейчас, если посередине Иртыша, я пойду против течения. 4,18, 3,38, 2,7, 2,12, 1,98. Сейчас разгонимся, потому что надо все равно разогнаться, инерцию придать. Вон сколько у нас кораблей стоит тут. 2,4, 2,3. Ну, сотые не буду называть. 3,8, 3,5. Ну, спутник, это спутник. Это вот вообще эти показатели, это не точно вообще. Ну, другого спидометра нет. Ну, около 3 километров в час. Какая тут может быть точность? Это я иду вот против течения. Ветра нет, штиль. А теперь развернемся и по течению пойдем. Разворачиваемся. Ну, сейчас к скорости лодки должно прибавиться течение реки. Я так полагаю, течение реки у нас 2-3 километра в час. Сейчас вот. Вот по течению 7,13, 7,16, 7,27, 7,2, 7,2, 7,3, 7,2, 7,3, 7,7, уже почти 7,4, 7,38, 7,45. Ладно, заворачиваем в протоку. Программку мне Дима установил, сибирский ёрш, у него такая же, вот. Ну вот как бы так замерить можно. Это вот погрешности спутниковой связи, да, спутников. Ну а в протоке там течение меньше, буду когда переходить, посмотрим сколько без течения вообще. Пожалеть, как бы ни разу ими не пользовался, но на всякий случай засунем его сюда. Вот. Уже идет в комплекте с баджер с пожалетом. 100 лет в обед ему. Ну вот, я говорю, ни разу им не пользовался этим мешочком, но пусть будет. Пересекаю Иртыш. 3 километра в час. 2,8, 3,1. Ну, против течки 3 километра в час. На пятой. Сейчас, если вот так вот поверну, интересно. Вообще. Против течения. Чисто против. А также. 2,7, 2,9. 3. 2. Ну тут еще спутники как, потому что ну с 3 до 2 километров я бы так почувствовал, что там скорость упала. Ну вот 2,3,7. Не, спутники врут. Или что-то это самое. Сигнал как-то идет ненормально. 2,6, вот 2,5 километра в час. Вот так, если по Бакину по берегу смотреть. Все, сейчас маленько под углом. Нам вон туда надо, вот тут затон. Тоже. 2, 3, 4 километра пока. 4 это врет. Всяко. Ну, километра 3 может. Программка такая, что не точно, наверное, замеряет. Надо машину посмотреть по спидометру, как она это самое. Если спидометр и вот эти показания по телефону совпадают, то тогда не врет. Ну а почему тогда скачет 2,7, 3,1,
2,9, 3,1, 2,9, 4,2. Ну ладно, 3,1, 2,9, 3,1. Еще поверю, 4,2 на километр. Кто вообще ноль показал? Короче. Че, одометр? Восходометр. Восходомер. Максимальная скорость. Но это я не знаю, 111 километров в час. Это я, наверное, на машине когда-то, может быть, ездил. Как тут сбрасывать? Ограничение скорости 90 километров написано. 3 часа время. О, ничего себе, куда это я? Куда это я? Завернул куда-то. Не вижу куда, вон туда надо. Я влупился в этот самый, читаю тут. Короче, надо закрывать его. Нафиг. Карман положим. 3 часа. Надо уже. О, сносит как. Не туда поехал. Маленько. Вполне нормально передвигаться по Иртышу. Так, рыбалка выходного дня. Если не на большие расстояния, то и течение. А на озере так вообще шикарно. Ну и на Иртыше шикарно. Захотел, поплыл туда, половил, вернулся. Вот. Не на небольшие расстояния. Все на веслах не грести. Ну и сюда вот тоже вот так вот. Место хорошее, как бы щука есть. Чтоб сюда вот этого вот каймана моего 30-го и пятнашку тащить. Да ну, я вон покурил, переплыл и все, через Иртыш. Так что так вот все.